рации я звал, не слышал, нет? По рации, если что, поэтому. Сейчас не на мне, я линзу протру тогда сейчас, ладно? Могу? Линзу протру. Кого, слушай, кого мне держать? Четвертых, пятых, четвертых, там, да? Я представляю вам участников второго финального заезда в классе КЗ-2. Это заключительная гонка наших соревнований. Первая позиция, полупозиция на первой линии стартовой решетки под номером 2. Алексей Смородинов, город Курск, Тим Комаров. Рядом с ним на второй позиции под номером 41 Александр Курочкин, Нижний Новгород. Вторая линия стартовой решетки, номер 6. Николай Кударев, Новочеркасск. Рядом с ним под номером 8 Леонид Панфилов, город Орел, Тим Панфилов. Следующая линия стартовой решетки, четвертый номер, Иван Чубаров. Иван Чубаров, город Москва, Мэтт Крок, Раша. Номер 55. Это Семен Реснов, город Москва, Атрон GP. На следующей линии под номером 44 Евгений Ермилов, город Дмитров. Рядом с ним под номером 72 Клим Гаврилов, город Санкт-Петербург, SNC Racing. Следующая линия стартовой решетки номер 24 Никита Худов, Москва. Рядом с ним под номером 27 Петр Щекочихин, город Москва. Следующая линия стартовой решетки. Вы смотрите, солнышко выглянуло, товарищи. Это добрая примета. 16-й номер. Нас приветствует Георгий Малышев, город Москва. Рядом с Георгием под номером 51 на стартовой решетке Артем Арестов, Москва, Макс Рейсинг. Номер 26. Это Всеволод Бушуев, город Тула. И поехали, 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 поехали. Всеволод Бушуев, 26-й номер. Рядом с ним под 11-м номером Борис Гарифуллин из Набережных Челнов. На 8-й линии стартовой решетки под номером 54 Александр Григорьев, город Москва, Мэтт Крок, Раша. На 16-й позиции под номером 77 Сергей Белозеров, город Омск. 9-й линии стартовой решетки, 17-й позиции у полтинника. Это Самвел Искаянц, Москва. 18-я позиция, номер 78, Игорь Цыганов, Москва. 10-я линия стартовой решетки, 25-й номер, Артур Верижников, город Орел. На 20-й позиции под номером 87, Александр Поченков, Новосибирск. И на 21-й позиции, на позиции замыкающего под номером 81, Александр Губенко, город Москва. На ваших мониторах стартовый список участников заезда. Вторая финальная гонка, второй финальный заезд в классе КЗ-2, которым мы и закрываем наши соревнования на трассе Рязанского картодрома «Атрон». Какая красивая, какая шикарная радуга встала неподалеку от нашей трассы. Это зрелище фантастическое. Настоящая акварельная радуга. Обратите внимание на ваши мониторы. Как в детстве, радуга-дуга. Зрелище потрясающее. А самое главное, нам остается пожелать удачи и только удачи участникам этой гонки. КЗ-2. Решающий второй финальный заезд. Лидером сезона после двух этапов в этом классе является Алексей Смородинов, набравший 125 очков. 79 баллов в копилке у Ивана Чубарова из Москвы. Третья позиция за Николаем Кутаревым, 58 очков. Всего лишь 3 очка уступает ему Леонид Панфилов, орловский пилот. И пятерку сильнейших по итогам двух завершившихся этапов замыкает Евгений Ермилов, город Дмитров. 53 балла. Посмотрим, чем завершится это сражение сегодня, 10 июля 2016 года.
В режиме дождевой гонки проходит у нас два последних заезда. Только что финишировали участники соревнований в классе КФ. Трудные погодные условия, тем не менее. Красивый был заезд, красивая гонка. Ну а сейчас самые опытные, самые мастеровитые пилоты на стартовой решетке картодрома «Атрон». Пожелаем им удачи. Последние мгновения. Внимание! Все внимание на светофор. Поехали, поехали, поехали. Ох, какая водяная пыль сейчас на трассе. И посмотрим, чем обернется выход со стартового виража. Четвертый номер, друзья мои, это Иван Чубаров. Вот так вот. Стартовав с третьей линии стартовой решетки, Иван Чубаров мгновенно продирается вперед и возглавляет заезд. Правда, нужно быть предельно осторожным. Восьмой номер. Потрясающий обгон в исполнении Леонида Панфилова. Да. Предельно внимательным необходимо быть на каждом вираже. Вот сейчас вперед прорывается 44-й номер. Это Евгений Ермилов, город Дмитров. Воспользовался заминкой, мгновенной, маленькой заминкой соперника, выступающего под номером 2. Это Алексей Смородинов. Да, лидер сезона, стартовавший с pole position, сейчас пропустил одного за другим сразу нескольких соперников. Ну, а Иван Чубаров в гордом одиночестве возглавляет заезд и уже больше, чем на 2 секунды опережает своего ближайшего соперника Леонида Панфилова. 2,5 секунды уступает Чубарову Ермилов, идущий на третьей позиции. Евгений Ермилов идет пока третьим. Смородинов на четвертой позиции. Кутарев замыкает пятерку сильнейших. Шестой номер. Николай Кутарев замыкает пятерку лучших на шестой позиции. Ах, сейчас смещается на шестую позицию Кутарев. Седьмую занимает Гаврилов Курочкин, Александр Курочкин на восьмой позиции. В десятке лучших и 11-й номер Борис Гарифуллин из Набережных Челнов. Вслед за ним Цыганов, Поченков. На 14-й позиции 24-й номер это Никита Худов. Вслед за ним Чикатихин, Губенко и Верижников. 25-й номер. Артур Верижников. И вот, пожалуйста, общий план нашей трассы. Аккуратно, аккуратно и весьма-весьма осторожно преодолевают виражи участники этого заезда. Отличная атака в исполнении Белозерова, который обошел Александра Курочкина. Сергей Белозеров. А Иван Чубаров, лидер заезда, показывает лучшее время на втором круге. 1:10.91 секунды. 1:10.91 секунды. За вторую позицию ведут борьбу Панфилов и Ермилов. Леонид Панфилов и Евгений Ермилов. За четвертую сразу четверо ведут сражение. И это тоже весьма и весьма показательно. Опытные, проверенные временем и многочисленными стартами бойцы сейчас ведут борьбу во втором финальном заезде, заключительном заезде наших соревнований. Класс КЗ-2. И этим все сказано. Иван Чубаров, представитель московской команды Mad Croc Russia, лидирует в этом заезде. И вот сейчас крупным планом мы видим 55-й номер. Идет в атаку Семен Реснов, сумел обойти он Николая Кутарева. Ой, как здорово! Чубаров, Панфилов, Ермилов. Это тройка лидеров. Смородинов уже на четвертой позиции. Похвально. Алексей Смородинов возвращается на четвертую позицию. Реснов на пятой позиции. А далее Кутарев, Гаврилов и Белозеров. 26-й номер.
Всеволод Бушуев в стане отстающих. Но как все-таки здорово вырвался вперед с первых метров заезда Иван Чубаров. Смородинов, Преснов, Кударев и Гаврилов ведут борьбу за четвертую позицию. Щекочихин, 27-й номер, Петр Щекочихин занимает пока 10-ю позицию. Его преследуют Малышев, Губенко и Цыганов. Искаянц на 14-й, Верижников на 15-й, Кудов на 16-й позиции. И 87-й номер, Александр Поченков на 17-й позиции. К сожалению, выбыл из борьбы 54-й номер Александр Григорьев, представитель московской команды Mad Croc Russia. Но все внимание сейчас приковано к лидерам. На пятом круге Иван Чубаров. Вот сейчас он крупным планом на ваших мониторах. И его движение не вызывает никаких сомнений. Преимущество очень и очень серьезное. За пятую позицию ведут борьбу Реснов, Кутарев и Гаврилов. И между ними каких-то 12-13 сотых секунды. Кутарев обходит Реснова. Отставание Реснова 8 сотых секунды от Кутарева. Конечно, сложно в условиях дождевой гонки удерживать в поле зрения своих соперников и преследователей. И вот сейчас Александр Курочкин обгоняет Петра Щекочихина. На шестом круге участники заезда. И мы готовимся проводить вслед за лидером, за Иваном Чубаровым, целую группу преследователей. Иван Чубаров. Отличная скорость, отличная динамика, красивая борьба. И смотрите, какой обгон на вираже. 55-й и 6-й. Семен Реснов против Николая Кударева. И вновь Кударев рвется вперед, возвращает свою позицию. Перекрещивает траекторию на выходе из шпильки. И вслед за ними, вслед за Ресновым, 72-й номер, Клим Гаврилов. Реснов и Кутарев. Вот сейчас предмет нашего внимания. И лидер, конечно же лидер, Иван Чубаров, стартовый номер 4. За 10-ю позицию разворачивается схватка между Малышевым и Искаянцем. Самвел Искаянц уступает сопернику всего 12 сотых секунды. Практически в водном дрифте преодолеваются некоторые скоростные виражи, поэтому, конечно же, каждому из пилотов нужно прикладывать максимум усилий. На промежуточном финише перекрещивает траекторию. Вперед прорывается 55-й номер Семен Реснов. Сумел обойти он Кутарева и взял за собой в дорогу Клима Гаврилова, пилота из Санкт-Петербурга. Номер 72. Ошибочка. Да, ошибочка вышла на входе в стартовый вираж у Николая Кутарева. Семен Реснов и Клим Гаврилов. Отличные времена. 1:14:52 у Семена. 1:14:21 секунды на шестом круге. Вот это уже интересно. Еще одна попытка обгона. И 72-й номер Клим Гаврилов обходит Семена Реснова. Вот это уже интересно. Тут же включается на полную мощность и Николай Кутарев, стартовый номер 6. Но его в свою очередь преследует Сергей Белозеров, омский пилот. И смотрите, выискивает любую малейшую возможность для обгона Сергей Белозеров. На восьмом круге участники заезда. 51-й номер Артем Арестов замыкает десятку сильнейших.
Второй номер – это Алексей Смородинов. Алексей Смородинов, напоминаю вам, лидер сезона в классе КЗ-2. Да, не слишком удачно он стартовал с pole position, пропустил вперед Ивана Чубарова и нескольких соперников. Сейчас ему приходится наверстывать упущенное, продолжая движение на четвертой позиции. С отставанием почти 18,5 секунд от лидера. За седьмое место Кутарев и Белозеров. Здесь настоящее сражение, настоящая дуэль. Ну, а за десятую позицию Малышев сражается с Самвелом Искаянцем. Георгий Малышев против Самвела Искаянца. Иван Чубаров, наш лидер, крупным планом сейчас на ваших мониторах, дорогие друзья. Спряталась радуга-дуга. И совсем уж было появившееся солнышко, все-таки тоже пока находится среди туч. Ну а тут у нас Аристов и Поченков ведут свое локальное сражение. Девятый круг. И что мы видим? Номер 50. Самвел Искаянц пытается выбраться из газона. Обидно, досадно. Самвел выбыл из борьбы. И это, конечно же, печально. Потому что реально претендовал на 10-ю позицию в этом финале Самвел Искаянц, пилот из Москвы. Девятый круг. Экватор нашего заезда. Опять появляется солнышко. Картинка становится более веселой. И вот, пожалуйста, лидер. В водных брызгах, в лучах июльского солнца. Четвертый номер Иван Чубаров. В гордом одиночестве возглавляющий заезд. Чубаров, Панфилов, Ермилов, Смородинов, Гаврилов. Вот так выглядит первая пятерка заезда. Дорогие друзья, дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, мы продолжаем онлайн-трансляцию наших соревнований на сайте kartingrf.ru. Крупным планом сейчас мы с вами наблюдаем 55-й номер. Это Семен Реснов, город Москва, Атрон GP. За седьмое место ведут борьбу Кутарев и Белозеров. Это сражение не прекращается. Мы готовимся проводить уже на 11-й круг нашего лидера. Встречайте, встречайте. Лидер гонки Иван Чубаров, Metro Crusher, Москва. Вы знаете, на 10-ю позицию прорвался 87-й номер, это Александр Поченков, пилот из Новосибирска, а вслед за ним Верижников, Артур Верижников на 11-й позиции. Александр Курочкин, к сожалению, только 14-й. Девятнадцать пилотов продолжают борьбу на трассе. Замыкающим у нас так, потерял я из виду замыкающего, но вот это у нас сейчас появляется лидер. Лидер Иван Чубаров. Стартовый номер 4. Вслед за пятеркой лидеров у нас Реснов. Семен Реснов, стартовый номер 55. Есть еще пока надежда у Семена для того, чтобы постараться сделать все возможное и ворваться в пятерку призеров. Иван Чубаров на 12-м круге. Вслед за ним Панфилов с отставанием в 11,5 секунды. Восьмой номер Леонид Панфилов. Чуть больше 11 секунд уступает он лидеру гонки. И почти 18 секунд. Это тоже достаточно серьезное отставание. На 10-й позиции 51-й номер Артем Аристов. Город Москва, Макс Рейсинг. Передвинулся чуть ниже Поченков.
15 сильнейших Александр Курочкин, а вслед за ним Бушуев и Цыганов. Сбросили скорость до нельзя, потеряв мотивацию в этой схватке, но лидер остается прежним. Лидер гордо возглавляет заезд и становится недосягаемым для своих соперников. 27-й и 77-й. 27-й номер — это Петр Щекочихин. 77-й это Сергей Белозеров. Отличное сражение. Вы знаете, на 10-ю позицию возвращается Потенков. Александр Потенков, пилот из Новосибирска, возвращает себе 10-ю позицию. Но его отставание просто катастрофическое. Больше 38 секунд от лидера. На 13-м круге участники заезда. Немного времени осталось до финиша. Алексей Смородинов пока на 4-й позиции, но его прессингуют соперники. Поэтому нужно быть предельно внимательным лидеру сезона в классе КЗ-2. А прессингует его никто иной, как 72-й номер Клим Гаврилов из Санкт-Петербурга. 6-я позиция у Реснова, 7-я у Кутырева, 8-я у Щекочихина, 9-я у Белозерова. Десятки лучших — Александр Потенков. Вслед за ним Бережников, Арестов и Малышев. Все-таки Малышев обходит Арестова и перемещается с 13-й на 12-ю позицию. Александр Курочкин сейчас обгоняет Арестова и становится 14-м. Да, какие-то проблемы возникли у Арестова, у Артема Арестова, пилота из Москвы. И он одну за другой потерял сразу несколько позиций. Ну, а Гаврилов всего лишь 35 сотых секунды уступает Алексею Смородинову. Кутырев и Чикачикин. Сражение за 7-е место. И вот сейчас крупным планом мы видим лидера гонки, лидера заезда Ивана Чубарова. Гаврилов прорвался вперед, сумел он обогнать Алексея Смородинова. И теперь уже Алексей уступает Гаврилову 11 сотых секунды. Вот это уже неожиданно. Один за другим следуют обгоны. 6-й и 27-й. Николай Кутырев против Петра Щекочихина. Активизировались участники гонки. Реснов, Кутырев, Щекочихин. Сражение за 6-ю позицию во втором финальном заезде. Лидер тем временем готовится уйти на очередной круг. На 15-м круге участники заезда. 15-й круг. Совсем немного времени остается до финиша. Все смешалось на нашей трассе, и тем не менее сражение Кутырева и Петра Щекочихина продолжается. Это сражение за 7-ю позицию в гонке. Да, Иван Чубаров — один из фаворитов сезона, имеющий солидное отставание от Алексея Смородинова по итогам двух предыдущих этапов, сейчас имеет реальные шансы поправить свои дела в табеле о рангах. Иван Чубаров — опытный мастер, опытный боец. Сейчас наращивает обороты и рвется вперед. Дамы и господа, уважаемые любители и поклонники картинга, совсем мало времени остается до финиша. И мы сейчас готовимся проводить Ивана Чубарова на 16-й круг. Так оно и есть. Лидер гонки на 16-м круге. Нет, все-таки здорово в такую погоду чувствовать себя в комфортных условиях. И смотрите, как шикарно перекрестил сейчас траекторию 55-й номер Семен Реснов. Сумел обойти он Николая Кутырева, которого в свою очередь прессингует Петр Щекочихин. 55-й номер Семен Реснов. Отличный маневр, шикарная атака, но тем не менее возвращает себе позицию. Временно, на несколько мгновений. Николай Кутырев, и вновь Реснов опережает соперника. Дорогие друзья, дамы и господа, мы готовимся проводить лидера заезда на предпоследний 17-й круг.
И здесь схватка не прекращается. Николая Кударева отодвинули и Реснов, и Щекотихин. Но я думаю, не из тех парней у нас Николай Кударев для того, чтобы успокоиться. А борьба была красивой. Итак, 19 пилотов, 19 бойцов продолжают борьбу на трассе. Лидер заезда на предпоследнем 17-м круге. Иван Чубаров, стартовый номер 4. Приближает к себе торжественное мгновение победного триумфа. Щекотихин обходит Кударева, и это потрясающе. Растянулся по всей трассе пелотон участников заезда. И сейчас борьба за шестую позицию между Ресновым и Щекотихиным, который уступает 26 сотых секунды. Ждем лидера, чтобы проводить его на финишный круг. Вот он, крупным планом на ваших мониторах. Иван Чубаров выезжает на скоростной прямик и отправляется на финишный 18-й круг. Ну что же, отличные и комфортные условия для лидера заезда. Правда, тут и круговые уже начинают мешаться, брызги летят во все стороны. Теперь самое главное не ошибиться, не наломать дров. Борьба не прекращается. Петр Щекотихин против Семена Реснова. Щекотихин прорывается вперед. Ай, молодец! Ну а теперь держим все свое внимание, сосредотачиваем на нашем лидере. Стартовый номер 4. Один за другим преодолевает он препятствия в виде соперников, отстающих на круг. И приближается он к финишной прямой. А это едва-едва юзом не вылетел с трассы Клим Гаврилов, номер 72. Друзья мои, дамы и господа, сейчас мы вместе будем приветствовать победителя гонки. Встречайте последние мгновения, финиш, финиш! Поздравляем Ивана Чубарова с достойной победой, с триумфом. Поздравляем! Иван Чубаров, стартовый номер 4, сейчас крупным планом на ваших мониторах. Красивый разворот. Фантастическая гонка. Потрясающая победа. Ваня, поздравляем от всей души. Вторым к финишу добирается Леонид Панфилов. Третьим Ермилов. Да-да-да, Евгений Ермилов финишировал на третьей позиции. На четвертой все-таки добрался в этой борьбе Клим Гаврилов. Алексей Смородинов только лишь пятый. Щекотихин шестой, Реснов седьмой, Кударев восьмой, Белозеров девятый. Александр Поченков замкнул десятку сильнейших. Арестов, Верижников. Финиширует и Малышев. Хорошая гонка. Отличное завершение нашего автоспортивного уикенда. Дорогие друзья, уважаемые болельщики, я поздравляю вас с этим праздником. Мы благодарим директора этого картодрома Романа Тянкина. Благодарим спортивного директора Дмитрия Евсенина. Еще раз поздравляем с днем рождения судью старта-финиша Владислава Евсенина. Слава Богу, все закончилось. И солнышко, как награда всем нам за терпение и любовь к автоспорту. Итак, дорогие друзья, мы вели онлайн-трансляцию соревнований очередного рязанского этапа чемпионата и первенства России по картингу образца 2016 года с трассы картодрома «Атрон», что находится в Рязани. Спасибо всем службам, спасибо судьям, маршалам. Огромная благодарность всем спецслужбам и медикам, и охране. Разумеется, отдельный низкий поклон нашим маршалам и судьям с комиссарами. И, конечно же, самые наилучшие пожелания
нашим болельщикам, представителям команд и спортсменам. Это было красиво, это было достойно. До новых встреч. Нас ожидает церемония награждения. Ну, а затем мы вновь увидимся на следующем этапе, который должен состояться в Белгороде уже в августе. Поэтому перерывчик будет небольшим.